В выставочном зале на Советской на днях открылась новая экспозиция живописи «Эдинбург 25/50/50». Это персональная экспозиция двух художников-авангардистов, супругов Геннадия Бурчика и Инны Денищик. Недавно они отметили 25-летие совместной жизни, а сегодня открыли первую совместную выставку живописи. Экспозиция совместная, а взгляды у художников разные. Одинаковых людей нет, поэтому по-любому взгляд будет разный, если поделиться одно дело взаимопонимание, чтобы понять друг друга. Иногда что-то хочется спросить, посоветоваться, даже ну, в творческом плане. Творческими личностями, как я, по моему убеждению, не становятся, а рождаются. Просто, возможно, в ком-то это, он сразу это знает и ощущает, а в ком-то это может проснуться и, скажем, в довольно степенном возрасте. В экспозиции представлено 68 работ, написанных за последние годы. В них все – чувства, эмоции, взгляды, ощущения и ассоциации. Представители авангардной школы не копируют увиденное, а стараются заглянуть за пределы обыденного. При помощи обычных материалов, холста, масляных и акриловых красок получаются уникальные работы. Несем искусство в народ, не останавливаемся. Вот. И, конечно же, надеемся, что жители города Бреста тоже придут и посмотрят на творчество художников. Выставка будет работать в обычном режиме, ничего не меняется. Единственное, мы перешли на летнее время. Это с 11 до 19. Геннадий Бурчик и Инна Денищик не боятся играть со светом и красками. Удивление от увиденного для организаторов – оценка их работы. Выставка будет работать до 12 апреля включительно.